На житийной иконе Параскева Пятница главенствует тема страданий мученицы за веру. Для манеры исполнения иконы характерна мягкая живописность. В скромном колорите преобладают темные оттенки синего, зеленого, охристого, и только красно-оранжевые тона звучат еще ярко и празднично. Образцом для создания этой иконы могла служить книжная миниатюра. Это ощущается и в выборе шрифта, украшающего средник иконы, и в тонкой, изящной орнаментации.